мы вот сейчас живем, и вот сейчас видимся. С такой повязкой на голове именинница Елена Ваенга, точно гоголевская солока, ждет сегодня гостей. За музыку отвечает сын Ваня, он на барабанах. Ваня главный на кухне, вот что значит всецело поглощен приготовлением десерта с ногами на столе. Как и у Солохи, у Елены в друзьях в основном мужчины. Такой характер. Но девичьи радости ей не чужды. Где засыпает, внимание, парящая в воздухе подвесная кровать? Желаю, чтобы вам сегодня снились какие-то ваши любимые люди. Ведущий первого Дмитрий Борисов после записи «Пусть говорят» возвращается поздно. Только и остается пожелать подписчикам спокойной ночи. Ему же спать некогда и негде. Домашние питомцы облепили диван. Здравствуйте вам или вашим близким, вашей жене или вашей невесте. Еще один наш Дмитрий Дибров засыпает дома под песни Виктора Цоя в исполнении старшего сына Федора. Как реагирует папа, показывает Федор. И улыбается с зубами. С искренней улыбкой поздравила маму с днем Татьяны Любовь Толкалина. Нужен ли повод опубликовать такой снимок? Нет. Светлана Лобода с мамой Натальей. Любите и будьте любимы. А это Дороти Стоун, мама Шерон Стоун. Вы сегодня другая, расслабленная. Ему 32, и он не сдулся, как этот шарик. Александр Петров на днях отметил день рождения. Популярность нарастает, и этому способствует успех фильма «Метод 2» на первом. Ну вот я тебя и поймал.